Ну а что касается Пармы, то она вообще дракон Ювентуса. Но пока что Парма в атаке. Если бы такие вещи не запоминал. Найдет момент, когда ответить. Чтобы поживее играли команды. Понятно, что играет Дженаро Гатуза. Пока нам показывают нарезку Эрнани в штрафной площади. Корнелиус. Корнелиус так немножко не добежал. Забегание Пицелы по штрафной площади.